тренировки в спортзале. С ног валят, но у железных парней характер и стали. Цена усталости — стоять на пьедестале. Планка высока, но мы опускать не станем. Можно все, главное — желание. Никто, кроме нас, запомни это, парень. Как вода точит камень, так мы стираем рамки между невозможным и реальным. Когда кажется, что уже нет сил, сделай еще раз, и ты победил. Тебе нужно место под номером один, а все сомнения оставь для других. У побед сладкий вкус, но не в этом спорте. Здесь победы с привкусом пота. Тяжелая работа для настоящих мужчин. Этот непокорный жим. Невозможно — это только слово. Невозможно — это только повод сделать шаг навстречу к рекорду. Только вперед, мы с тобой, дядя Вова. Невозможно — это только слово. Невозможно — это только повод сделать шаг навстречу к рекорду. Только вперед, мы с тобой, дядя Вова. Вода поддиктует нам свои правила, но сила не в деньгах и не в пафосе. Это ничто, если нет нашего характера. Мы побеждали и будем побеждать. Побеждать их запросто, нет ничего невозможного. Иди к поставленной цели, а когда будет сложно тебе, вспомни слова из этой песни. Невозможно — это только слово. Невозможно — это только повод сделать шаг навстречу к рекорду. Только вперед, мы с тобой, дядя Вова. Невозможно — это только слово. Невозможно — это только повод сделать шаг навстречу к рекорду. Только вперед, мы с тобой, дядя Вова. Это еще не конец. Продолжение следует. Здравствуйте, друзья. Когда работаешь на предельных весах, то нет мелочей. Важно, чтобы у вас было удобное и надежное оборудование. Скамейка дяди Вова – это то, что надо. Здесь есть удобные страховые упоры, удобные надежные ролики под гриф, сами стойки из нержавейки, лавка с прекрасной перфорацией. Отличная вещь и подойдет как любителям, так и серьезным, суровым профессионалам.